Город профессии откроют для юных химчан. 14 сентября в парке Толстого будут работать более 40 локаций, где первоклассники смогут найти работу по душе, попробовать себя в творчестве, медицинском и предпринимательском деле, спорте и многих других специальностях. Спортпроводником хочешь стать? Да. Каким хочешь стать? Футболистом. А почему? Потому что мне нравится, как они играют, и хочу, как они бьют. Хочу, чтобы они... Хочу стать, как они. Ветеринаром. Ветеринаром? А почему? Потому что они лечат животных, а я люблю животных. Если, например, у кошки заноза в лапе, то он аккуратненько ее вытаскивает, чтобы не было больно. В прошлом году праздник имел такой успех, что городские власти решили сделать его хорошей традицией. Фестиваль «А дети наше будущее» будет проходить ежегодно. В этом году мы стартовали и видим, насколько это востребовано, интересно и нужное мероприятие. Поэтому каждый год в сентябре, в эти теплые осенние дни, мы будем проводить этот фестиваль. Первый праздник в Химках показал. Врач – одна из самых популярных профессий среди детей. Еще полицейский и футболист. Всего около полусотни профессий ребята осваивали на празднике, который организовала компания «Гигавайдер» при поддержке администрации Химок. Дети любят сладко, поэтому я хочу быть зубным врачом. Чтобы лечить зубы им? Да. Пожарным. Пожарным? А почему пожарным? Это мой самый любимый. Футболистом. А почему? Потому что я занимаюсь футболом. Нравится то, что очень разнообразные виды деятельности, и можно попробовать все. Я хочу стать пианисткой. Стюардессой. И буду летать на Шереметьево. Я хочу стать доктором. Почему? Потому что ему хорошо платят. Мне понравился, конечно же, бокс. А что тебя там научили делать? Меня научили там ударять в эти ладони мягкие. Я хочу стать военным. На празднике по традиции откроют аллею первоклассников. Здесь разместят фото ребят с их мечтами и грезами о будущей профессии. Вообще здорово, что придумали, и детям это очень познавательно. Видите, они смотрят и ищут своих друзей. Праздник «Дети – наше будущее» пройдет в парке имени Льва Толстого 14 сентября в 12:00. Ждем вас!